Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 566. События дня. 1 Коринфянам 9:22. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. За 1 июля 2017 года. Сергей Игнатов. Спаси, Христос. Для меня тоже по-новому открылся смысл псалмов Давида, где он указывал, что Слово Божие оживляет, то есть воскрешает его. Теперь дело преодолением своей нерадивости к семикратной молитве. А то молюсь лишь утром и вечером, а иногда с вами ночью по скайпу. Больше-то ничего не успел записать, кто тут пишет. Да и пишут повторы. События. Субботний день. Наши все-таки дети пошли собирать колорадского жука. И как я их тут сжигал в бане и на улице. Разводил костер и жег. Они очень живучие. Потом храм. И в храме, когда молились, в это время Виктор Николаевич Савченко читал проповедь Златоуста. И ветер пошел, закачал иконы в храме. И дверь вдруг как хлопнула. Там она была привязана на проволоке, но оторвала все. Ну и тут же вскоре идти домой, выходим. А ветер, и началась буря настоящая. И деревья ломало, и шифер летел с крыш. Даже такое было. А Володя Пащенко ехал на велосипеде и кое-что снимал. Потом тут как с детьми было. Но буря была сильная. То есть с Канады приехали, и Мария спрашивает, часто ли бывает. Да я даже и не помню. Может, лет 10 назад, когда было. Деревья просто. У нас тут ветла перед окном, у меня ее переломило пополам. А другие там гнуло. Много веток летело. А дети тут же выскочили на улицу, только закончилось. Давай кататься по сену, друг друга катать тележки. Потом из деревни прислали Володя Пенкин. Где-то там в магазинах берет. Некондиционное или списанное. 3,5 мешка разных там брюки, рубашки, шар, головные уборы. Вот все это делили, ребятишки сами выбирали, как вот показали им, что осталось там кому-то отнести. Вот такой вот день прошел наполненный. Эти события памятные останутся. Сразу показать наши ресурсы. Вот первое, значит, это мой мир. Мой мир. Вот я в шапке, тут переписываться можно. Сейчас перекачивается с моего канала вокруг. Это открытым оком во свете Библии сюда, в мой мир. Вот дальше. Вот такой еще православный форум Игнатия Лапкина. И наш видеоканал. Вот он. Очень большой канал. 7,5 тысяч роликов. Тут мы все снимаем, показываем, как в этой обстановке в степи практически с нуля восстанавливать деревню. Бывший детский лагерь ликвидировали. Теперь просто гости в дома приезжают, отдыхают. Ну и во свете Библии православный библейский сайт. И самое ценное 4124 ответа по тему. 55 тем. Сейчас несколько можно будет взять. Тема «Внутренний мир человека».
Вопрос 232. Открытым оком, первый том. Почему жители деревень, люди в большинстве своем малообразованные, зачастую оказываются более дружелюбными и сострадательными друг к другу, чем горожане? Люди цивилизованные и культурные, в кавычках. Виновата ли в этом цивилизация сама по себе? Ответ, это я даю им. Об этом много говорит Иоанн Златоуст. В деревне у каждого свой участок, больше работы, меньше общения, меньше свободного времени. Если это касается верующих людей, то разница между городскими и деревенскими жителями почти незаметна. Но для неверующих безделье смертельно, особенно для их детей. Духовной работы нет, остается греховная. Цивилизация сегодня направлена на утонченность развлечений, греха, блуда и более ничего. Что вы имеете в виду по цивилизации? Все изобретения для гражданского населения, но предметы бытового обихода не делают человека ни жестоким, ни добрым. Все дело в вере. Там, где живут со Христом, образование может не играть никакой роли. 1 Коринфянам 1:26-25. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Сегодня в деревне точно так же, как и в городе, пьянствуют, развратничают, воруют и убивают. К Римлянам 1:28-32. И как они не заботились о иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Считаешь выступления делегатов, депутатов, конгресса и даже выступления патриарха, архиереев, священников, видишь, какая пустота, а прикрывается пустым словом духовность, одухотворенность, возрождение и прочее и разное. Воистину, видят беду, осознают гибель, и как животное на мясокомбинат привезенное, даже и слезы иногда текут, а не шагу в нужном направлении. Христос сказал, это навсегда, и в этом суть. Иоанна 15:5. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Притча 27:12. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Какие-то слова подыскивают грамотные, а в Библию не смотрят. Там ответ на все вопросы. У людей нет никакого доверия к Богу и думают сами себя за волосы или за шнурки ботинок вытащить из трясины. Нужно же, чтобы кто-то сильнейший взял тебя и выволок на берег. Псалом 137:7. «Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня». Прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Псалом 143:7. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных. Но когда человек грешит, безумствует против Создателя, то Бог не слышит человека. И делается врагом против нас, и наши молитвы не будут услышаны, и никакие свечки по храмам не помогут, и храмы наши будут завалены трупами нашими.
Иеремия 15:6. «Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Исаия 1:15. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». В деревнях запились и без бутылки основной и не ветшающей валюты ни шагу. Ни в одном океане не утонуло столько, как в стакане водки. И правители рекламируют свою продукцию ликероводочную. На каждом столбе висят призывы упиться, отравиться. Что, правители не видят это, не знают? Но выкачать деньги из людей и править пьяным быдлом – вот их мечта сбывшаяся. Это только за то, что не заботились ими в сердце Христа. Не храмы, не освященные воды и лжекрещения, но Христос нужен людям, а Он отвергнут и забыт. Вопрос 233. Первый том «Открытым оком». Пытаюсь выполнять свои христианские обязанности, но мучает тщеславие и осуждение других. Думаю, что поэтому впадаю в смертные грехи. Как мне с этим бороться? Ответ. Повторять все, что сказали святые отцы в «Добротолюбии» и иных книгах, которые уже и в магазинах некуда ставить, думаю, ничего не даст вам. Если это прочитаете, начнете еще больше тщеславиться, что больше других знаете. Еще больше будете осуждать, и в первую очередь меня. Моя добрая подруга, тетя Тоня, Царство ей Небесное, говорила в таких случаях: «Прикуси язык, и на одну змею будет меньше. Требуха вонючая. Было бы чем тщеславить при утреннем туалете». Как обычно, надует пузыри свои отработанным воздухом и машет перед правителями, стоящими на могиле своего отца. Кому от этого польза? Тщеславием бороться нам помогает Господь. Сшибает нам рога, закрушает зубы, подрезает высокий рост. Нужно жить честно, открыто, говорить правду по Писанию. И тогда у тебя будет врагов до преизлиха, тщеславие и не вспомнится. Дадут по затылку такое ускорение, что и два ноги будешь успевать переставлять. Святые говорят, что это такой грех, что как ни брось его, он все будет шипом вверх. Если ты не постишься, не молишься, какой же ты христианин? А если исполняешь эти добродетели, то начинаешь превозноситься над другими. Тщеславятся, как правило, те, которые вписываются в этот стих. 2 Коринфянам 10:2. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Нужно иметь интересную, полезную работу, и чтобы у тебя было много иждивенцев. Если у тебя и нет детей, то это не льгота на многоспанье. Нужно работать в таком напряжении постоянно, как будто бы у тебя 10 детей. Нашим родителям некогда было тщеславиться. Они работали до упаду, чтобы прокормить 10 детей. А вот с осуждением других тут дело потруднее. Думаю, что никогда от него не избавиться. Рассказывает, умирал один праведник и всю жизнь молчал, и братья его за это любили. Никого он не осудил, даже взглядом, даже вздохом. Закрыть глаза отходящему брату собрался весь монастырь. И братья слезно просили оставить им на память какое-либо наставление, хотя бы и краткое. Да как бы это и не забыть от такого духоносного отца, мужа, воплощение неосуждения. Он долго молчал, потом глубоко вздохнул, обвел все глазами, помулявил языком губы, и изрек: «Все вы свиньи!» И с тем и ушел. Настоятель сделал полную ревизию свинарнику, многих изгнал, попросился сам на покой, а на его место избрали Дамаскина. Этот всю правду говорил в глаза и осуждал пьяниц и воров, и крепко их бил, истязуя как под на духу. В него стреляли прямо в упор несколько раз огорченные братья Валаама. Но пуля почему-то меняла свою траекторию.
и они сами со скоростью пули все исчезли. Божьей милостью и пересмотром властей, недосмотром, его избрали епископом. Писатели-классики приезжали поучиться у этого самородка-самоучки. Производительность монастыря выросла в сотни раз, и монахи, как стахановцы, собрали почетные призы на всероссийских выставках по сельскому хозяйству. Чтобы избавиться от осуждения кого-либо, лучше всего иметь рядом духовную подругу, которая бы пресекала подобные разговоры. Если сильная наклонность к осуждению, пойди к тому человеку, скажи ему прямо, в чем ты его судишь, соблазняешься. Только ничего не утаивай, не приукрашивай словами, даже передай в той интонации, как осудила его. Он тебе тут же отсчитает сдачу, и тебе на сегодня хватит. И так поступай каждый раз. Очень скоро на тебе не будет живого места, куда садить синяки, и ты успокоишься, только будь искренним. А то гремят грехами друг перед другом, как Брежнев медалями. Я осуждаю, я тщеславный. А один раз близкому человеку можно сказать, а дальше лицемерное бахвальство, вроде «Вот какой я! Не боюсь самокритики!» Ну, пока все сегодня хватит.